Bonjour. Et vous? Bonjour, oui, ça va. Je suis désolée à qui j'ai pas encore répondu. Я страшно извиняюсь, кому я еще не успела ответить. Я просто физически вчера немножко переоценила свои силы и поставила себе 10 учеников. И поэтому вот сейчас я всех своих разгребу и в обед буду как раз вас слушать, хорошо? Поэтому не обижайтесь, что я просто прислала. Да, не обижайтесь, кому не ответила, потому что да, я вчера выключила ваших коллег 9 и просто легла пластом и выключила телефон. Сказала, не хочу больше ничего видеть. Вот, но я обязательно всех послушаю и вам тогда отвечу. У меня просто понедельники всегда самые такие дни, когда все хотят заниматься на понедельник. В пятницу все умирают, а в понедельник еще все хотят. Окей, расскажите мне, пожалуйста, мы сейчас с вами, конечно, отчитаем то, что вы читали дома. Вот пока дома анализировали, были ли какие-то вопросы? Может быть, если видео смотрели на самих себя, нет. Да? Нет? Но смотрите, да, на себя смотреть полезно. Вот, скажите, возникли какие-то вопросы по, ну, когда анализировали, да, предыдущий урок, что-то, может быть, было непонятно, сложно? А я хотела спросить, там было слово «иммедиата». «Иммедиат», да? «Иммедиат», да? У нас, получается, «е» стоит, ну, как бы для мягкого, но при этом она стоит как бы между двумя согласными, и потом просто гласные идут, ну, да, удвоение «м». Угу. И получается как бы цепочка, которую вы писали нам на «э». Да, но то, вы, хороший, очень хороший вопрос. Но, смотрите, на ней стоит палка. Вот если бы палки не было, сейчас я напишу это слово. Все, я поняла, что вы имеете в виду. Так, а где писать сообщение? А вот. Если... Да что ж такое, у меня сейчас сообщение. Давайте посмотрим, как написано. Значит, оно написано «immediata», да? Если бы не было палки, вы правы, мы бы ее проглотили. Но... Поскольку стоит палка, палка точно дает нам звук. Вот как раз поэтому она нам и нужна. Чтобы мы ее не съели, а чтобы мы ее красиво произнесли. То есть она здесь не просто так. Вот там в том же самом слове самди у вас не было палки. И поэтому, если было бы самеди, была бы палка, было бы, да, было, все бы читалось. А тут нет палки, соответственно, все исчезло. Так что палки, и помните, я вам приводила в прошлый раз пример слова «апхэ», вот то, что у меня ученики очень любят не писать палку, и не понимают, что то, что они ее не пишут, получается «ап», потому что правила работают очень четко, поэтому мы обязаны писать палки, чтобы буквы произносились. Давайте мы с вами вместе прочитаем вот этот третий столбик, да, который мы не успели в прошлый раз, да, на «э», а потом почитаем еще два, которые на «и». Только прежде, чем мы будем читать столбик на «э», расскажите, пожалуйста, что мне дают, какие сочетания мне дают звук «э». Кто мне хочет рассказать? Это вопрос. Если получается «э» между двух согласных и нет никакой палки, то мы ее опускаем? Да, да. Если никаких палок нету, между двух не просто между двух согласных, а помните, там в начале стоит такая линия, да? Гласная, согласная, «э», согласная, гласная. Вот еще там у вас пример, например, слово «комнада». Вот оно обязательно должно стоять, смотрите, между двух согласных, которые между двух гласных стоят. То есть как бы у нее должно быть, пространство у нее должно быть. Потому что просто между двух согласных рискуете опереться в закрытый слог, да, вот, например, глагол «resté», вот вам «resté», вроде между двух согласных, но она «э», мы не можем ее проглотить никак. И «адрес». «Адрес», «адрес», конечно. «Омлет». Да, да-да-да. «Омлет». «Омлет» будет проглатываться, правильно? Я кого-то уже успела послушать, я просто некоторых послушала, но не успела ответить. «Омлет» тоже правильно звучал, да? Омлет. И бювет. Бювет. Ну, бювет как раз вет у вас звучит. А вот омлет, первое «э» проглатывается, смотрите. Потому что вот оно, первое «э», слово «омлет», которое «мё», да? Оно у нас стоит как раз между двух согласных и между двух гласных. Видите? Давайте мне ответите на мой вопрос. Когда у нас читается «э»? Когда у нас есть... Закрытый слог. Закрытый слог. А и еще. А и и е и. Э и. Хорошо. И. Еще. Э. Э. Когда сверху ударение в другую сторону. Да, обратное ударение. Аксон грава. Еще. С крышкой. Крышка. Все.
Все, вот они, пять. У вас должно быть пять. Перед удвоенным согласным. Ну, перед удвоенным согласным, да. На самом деле я удвоенную согласную как бы подставляю в закрытый слог. Но в принципе, да, правильно, давайте это еще как отдельно. Хорошо, давайте сразу третий, последний столбик на français, который, да? Видите, о котором я говорю? Français. Так, это, видимо... Надо, конечно, это, видимо, страница... Раз, два, три, шестая. Вот, да, молодцы, уже кто-то пронумеровал вместо меня. Да не, на самом деле, мне надо, конечно, по-хорошему этот текст отдать в эту, чтобы мне его красиво сделать, там, с картинками, с фоном. Итак, français, вот оно, «э» в конце, français, règle, палка. И помним, когда будете сейчас читать за мной это слово règle, чтобы у вас «э» было, да, règle. Модель, четко, вот здесь вот я у кого-то слышала, выше вылезло «о». То есть, в смысле, вылезло, оно было плохо прочитано, оно было немножко как модель, оно модель. Если это о, оно о, да, не забываем про него. Ivresse, закрытый слог, ну, или две согласные, если хотите, но здесь закрытый слог. Matière, палка. Geste, закрытый слог. Moderne, закрытый слог. Тоже модерн, внимание, но вот это мо, да, вот это слабое место для многих. Bière, lèvre. Палки, понятно. Adresse, закрытый слог. Carême. Кстати, слово carême, если вдруг кому-то будет полезно, это пост для тех, кто постится. Но французы никогда не видели еще кого-то, кто постился бы. Итак, carême, да, с крышкой, крышка, поэтому «э». Trève, крышка. Omelette. Сначала выпускаем вообще ее, а потом говорим закрытый слог. Buvette, тоже закрытый слог. Окей, а вы? Так, поехали, Наталья, начинайте. Français, règle, modèle, ivresse, matière, geste, moderne, bière, lèvre, adresse, carême, trêve, omelette, buvette. Хорошо, очень хорошо. Молодец, ты помнила про «е» на конце, здорово. Так, это Мария. Français, règle, modèle, ivresse, matière, geste, moderne, bière, lèvre, adresse, carême, trêve, omelette, buvette. Buvette, хорошо. Индира. Français, règle, modèle, ivresse. Modèle, про «e» не забывайте в конце. Modèle. Modèle, ivresse. Matière, geste, moderne, bière, lèvre, adresse, carême, trêve, omelette, buvette. Buvette, хорошо. Владлена? Français, règle, modèle, ivresse, matière, geste, moderne, bière, lèvre, adresse, carême, trêve, omelette. Buvette. Елена? Français, règle, mm-hmm. modèle, ivresse, matière, geste, moderne, bière, lèvre, adresse, carême, rêve, omelette, buvette. Buvette, хорошо. Так, Татьяна? Français, règle, modèle, ivresse, matière, geste, moderne, bière, lièvre, adresse, carême, trêve, omelette, buvette. Buvette, хорошо. Не бойтесь рот еще открывать. Omelette, buvette. Особенно вы тренируетесь, да? Оно у вас, конечно, вы в речи не будете говорить omelette. Но оно у вас сейчас, скажем так, отработается правильный рефлекс. Чтобы его еще лучше дистангировать, отличать от звука «и». А звук «и», расскажите мне, пожалуйста, что мне его дает? Улыбка. Угу. Хорошо. Палочка в левую сторону. Accent aigu. Да, значит, палочка... Маленькие слова. Accent aigu, маленькие слова, вы правы. И окончания какие-то еще. R-E-Z. R-E-Z, хорошо. Глагол, да? А?
У глаголов они, да? Ну, кстати, не всегда. Вот какого-нибудь там рабочего возьмите. Вот у вас он будет «уврие» рабочий. «Уврие». Вот он будет «ей» у него на конце. «Уврие». Вот он будет, да? Поэтому это у существительных тоже бывают такие, да, окончания. Окей, смотрим на наши, которые вот «эвитые» столбики, да, которые мне тоже читали. Давайте с него начнем, со второго столбика, который «эвитые» нашли, да, на следующей страничке. Окей, здесь прямо растягиваем губы в улыбке и проводим через передние зубы. «Эвитые», особенно в конце, да, вот прям вот это «и» в конце, оно... Вчера, кстати говоря, с вашими коллегами родилась мысль у кого-то, у одной из моих как раз учениц, если вдруг сложно говорить это «и» в конце, она говорит, а добавляйте туда легкое «и», как будто вы говорите «эвитей», но «и» не произносите, у вас тогда сохранится улыбка. Я бы просто сказала вот эту «эвитей» зафиксировать, вот, потому что когда начала, когда слушала тоже вас, и когда слушала вот их вчера, они у меня прямо говорили многие «эвитей», ну, даже не «эвитей», и вот у них вот это «э» вот так вот падало, как русское «е» получалось, как «эвитей». А оно должно быть «эвитей», это «э» вы зафиксировали и как бы замерли на секунду, продлили ее. И тогда оно получится закрытое, «эвитей». Сейчас услышите. «Эвитей», «преалабле», вот аккуратнее с «блю» на конце, «элаборе», «этюдье», «результе», «реколте», «префере», «Placé», «rosé», «fatigué», «immédiate». Так, давайте вы, Елена, начинайте. «Éviter», «préalable», «élaborer», «étudier», «résulter», «récolter», «préférer», «placé», «rosé», «fatigué», «immédiate». Очень хорошее окончание, молодец, здорово. Мария? Éviter, préalable, élaborer, étudier, résulter, récolter, préférer, placer, roser, fatiguer, immédiat. Immédiat, хорошо. Единственное, во слове récolter мне не понравилось «ты», оно было слишком влажное, ну, в смысле, вот такое, récolter, да, на «ты» внимание. Владлена? Éviter, préalable, élaborer, étudier, résulter, récolter, préférer, placer, roser, fatiguer, immédiat. Immédiat, хорошо. Татьяна? Éviter, préalable, élaborer, étudier, résulter, récolter. Récolter. Да. Préférer. Préférer. Еще больше улыбки. Préférer. Préférer. Placer. Roser. Fatiguer. Fatigué. Я R в конце как бы слышу. Fatigué. Fatigué. Immédiat. Ага, а у меня тогда будет к вам вопрос. С «р» на конце слов что вообще всегда происходит? Она читается или не читается? Нет, не читает. Она читает. Читается. Она читается, Ир. Кроме окончания «р». Да, вот я просто сейчас вас его слышала, «фатигер», в двух словах. Оно «фатиге». «Р» это «и». Да, вот все вместе прям. Можете себе записать, что как «р» равно «и». Ой, тьфу, ты написала по-русски, пардон. «Р» равно «и». А вообще буква «р» читается, вспоминаете, глагол «сортир», «партир» и так далее. Так, окей, идем дальше. Наталья? «Éviter, préalable, élaborer, étudier, résulter». «Résulter», мягче «жу». «Résulter, récolter, préférer, placer». Розе, фатиге, иммедиат. Иммедиат, хорошо. Immediate. Да, кстати, я забыла вас предупредить. Наталья у меня вообще из вечерней группы, она просто идет сегодня в театр, поэтому пришла к вам на одно занятие. Ну, вообще, да, нет, я просто к тому, что если вдруг у вас есть какая-то проблема и вы прийти с утра, можете прийти вечером. Это не, ну, не страшно, если один человек туда-сюда прыгает. Вот, то есть... Ну, вот я не знаю, как у других, но
Вот у меня после этого, вот этого «э», вчера так болела вот эта часть, потому что, в принципе, как бы, ну вот, не знаю, может, русские не... Как фитнес такой, ну, как-то вот, вот так вот делать прям очень потом было. Я, кстати, я тоже заметила, что у меня вечером челюсть болела, но я не связала с этим, а как с этим, видимо, да? У меня лично, да, то есть у меня «э» говорит легче, чем вот это «э», а так улыбаться, ходить мне трудно. А я обожаю эту букву «э», потому что она такая французская. Вот если действительно научиться ее говорить, то намного приблизить. Да, она действительно французская, но это вы меня посмешили, да, что у вас заболели челюсти. А как же это сейчас модное направление face fitness, все дела, может, это тоже нам даст это отсутствие носогубных складок? Не знаю. Но на самом деле смешно, когда французы говорят по-русски, они тоже так кривятся, кажется, что как будто они прям вот что-то съели кислое. А на самом деле нет, это вот настолько наше лицо привыкло говорить что-то, да, что нам тяжело говорить другие звуки, которые... Хотя звук «и» вообще-то в русском есть, когда вы говорите слово «лес», это ваш «и». Поэтому... Ну, можно же его так сказать «лес», 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 «лес». То есть у меня губы вообще, у меня вообще, в принципе, артикуляция, ну... То есть у русских она замороженная, она да. Она вот здесь вот, я так вот ничего не делаю. Ну, вы на самом деле убедитесь, что в жизни, конечно, будете меньше вот этого «э» делать. Оно вас встанет, вы его поймете и без вот этого улыбки. Сейчас без улыбки вы его не скажете. Ну, конечно, само, но когда я разговариваю, конечно, я не говорю «ивите». Да, конечно, я просто скажу «ивите». То есть оно у меня, звук останется тот же, но губы уже меньше двигаются. Но это уже вопрос привычки, оно должно у вас встать на язык. И только тогда уже можно будет так не улыбаться. Так, кого я еще не спросила? Индира. Éviter, préalable, élaborer, étudier, résulter, récolter, préférer, placer, oser, fatiguer, immédiat. Immédiat, ok. Татьяна, или я спросила? Откуда происходит скайп? У кого-то... Это, наверное, у меня. Я сейчас перейду в другое помещение. Извините. А что это было? Ремонт, наверное. Да, тут. Простите. Не, ничего страшного, просто выключайте свой микрофон, если вот какие-то звуки. У меня тоже бывает, собака начинает лаять. Поэтому, да, просто выключайте в этот момент микрофон, ничего страшного. Так, я всех спросила, кого-то забыла? Нет? Все ответили? Окей, идем дальше тогда на третий столбик. Accélérer, général, énergie, édifice, église, acquérir, média, assez, répéter, préférer, t. Так, значит, что у нас здесь из такого сложного? Сложного здесь, в принципе, accélérer. Почему accélérer? Обратите внимание, здесь вообще речь не о «э», а про буковку «с», потому что многие меня читали как accélérer. Давайте просто логически разбираться. Вот я очень люблю такие случаи, потому что по ним видно, что в французском все по правилу. Вот смотрите, буква «с» перед согласной читается как «к». Правильно? Я вам давала слово «ключи» или «клей». Да? «Клей». Значит, «с» первая стоит перед согласной «с», будет читаться как «к». А вторая «с» стоит перед гласной «и», значит, будет читаться как «с», да, потому что «с» перед «ы» и «y» — это «с». И получили «accélérer». Разобрались с этим «accélérer», да? Откуда он? Чтобы он не был «accélérer». Все по правилу. Вот в этом французском красиво. Итак, ну давайте, «а ву». А, простите. Ага. Повторите, пожалуйста, как читают шестое слово. Acquérir. Acquérir. Смотрите, тоже все по правилу. Acquérir, QU. Ну, я скажу честно, конечно, это «с» здесь лишнее, но привет латыни, да, то есть немножко такое оставшееся у нас слово. Редко у нас такие слова, где ненужная какая-то согласная. Вот здесь «с» явно ненужная, потому что без нее можно было бы прекрасно прочитать то же самое. Вот QU это у нас просто «к». Оно нам здесь необходимо, потому что если мы уберем QU, у меня получится acquérir, да? Вот поэтому мне нужно acquérir. Да, QU это у нас здесь буфер такой, чтобы не было с. Мы получили acquérir, R на конце как раз читаем. Так, Татьяна, давайте, вы как раз и начинаете первый этот столбик. Accélérer. Accélérer. И только. Accélérer. Accélérer. Général. Énergie. Édifice, église, acquérir,
Медиа. Медиа. Асе. Медиа. Медиа. Асе. Репете. Еще раз закрытие. Репете. Репете. Вот и в конце. Репете. Префере. Те. Ты. Хорошо, здорово. Индира. Акселере. Генерал. Энерги. Эдифис. Эглиз. Акерир. Медиа. Асе. Репете. Префере. Те. Ты. Хорошо, здорово. Владлена. Accélérer, général, énergie, édifice, église, acquérir, média, assez, répéter, préférer, t. Хорошо. Наталья. Accélérer, général, énergie, édifice, église. Église. Stop, stop, stop. Église, не оглушай. Église, église, acquérir, медиа, ассе, репете. Еще закрытие. Репете. 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 Префере. Те. Ты. Еще, да, еще закрытие надо. Прямо вот это. И. Как будто вы и хотите сказать. Ты. 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 Ага. Ты. Хорошо. Елена? У меня вопрос по acquérir. Давайте. Почему-то вот я хочу сказать acquérir. Какое-то есть слово, может быть, acquérir? Ну нет. Есть это, слово значит, есть слово кё, может быть, вам просто этот кё настолько может как очередь, могу да, или сказать acquérir. А bon, accélérer, général, énergie, édifice, église, acquérir, média, assez, répéter, préférer. Хорошо. Так, Мария. Accélérer, général, énergie, édifice, église, acquérir, média, assez, répéter, préférer, te. Te, так, хорошо. Кого-то я забыла. Нет, никого вроде не забыла. Хорошо. А, нет, Татьяна забыла. Нет, сказала она мне первая, да. Все, тогда идем мы с вами дальше. Мы сегодня с этой буквы «ё» закончим. Значит, последнее, что ее характеризует, это звук «ё». Звук «ё». Ну, как я вам уже говорила, это главный звук французского языка. Это именно то самое «э» в конце. Это вот это вот «э», оно очень легкое. Оно очень, как будто вы говорите, у вас рот похож, как будто вы говорите «о». Только такое «о» такое. Но оно «э», «э», он более открыт. Похож на русский «мед». Скажите «мед». Мед. Вот это «мед», да, то есть ваш этот «мед», он, вот это и есть это «э». Только оно еще более открыто, оно такое «э», оно легкое. Да, «э». Оно не должно уйти в «о», оно должно остаться в «э» и слове «мёд», «лёд». Да, 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 все правильно. Маленький такой сразу момент, я не даю его здесь, потому что, ну, это уже опять-таки совсем тонкости. Но если это «э» вдруг стоит у вас в конце слова, ну, например, слово «серьёзный», «серьё», то это «э» будет уже не «э», а «э», такое более закрытое, «серьё». Потому что «серьё» немножко тяжело, оно будет «серьё». Но это только если оно стоит в конце. Мы сейчас говорим, что его дает, и я про это еще вам скажу. Итак, значит, этот звук «э» появится прежде всего от самой буквы «э», когда она будет стоять в открытом слоге. Я вам напоминаю, что такое открытый слог. Открытый слог – это у нас, когда он заканчивается на гласную. Да? Мы с вами в прошлый раз брали слово «Америка». Да? «Америка» – все открытые слоги заканчиваются на гласную, значит, открытый. Получается, что если наше «э» встанет в открытый слог, оно у нас будет тоже открытым. «Э» в закрытом – это «э», «э» в открытом – это «э». Ну, как пример, запоминайте самое простое слово, которое знакомо всем. Слово «меню». Самое, оно простое, короткое. Я вам вообще, кстати, очень советую, запоминайте слова. Правила забываются, а слова запоминаются. И когда вы видите слово, вы сразу вспоминаете правила. Не наоборот, сначала правила, а потом слово. А сначала слово, потом правило. Вам будет проще. Меню. Да? И у вас тут есть 6 маленьких слов. Давайте мы их с вами прочитаем. Видите на следующей страничке, которая начинается со слова «бретон». Да? Видите? «Бретон». Да. «Бретон». Venir, mener, semer,
menace, pelouse. Значит, сейчас внимание на mené и semé, потому что э говорим и про э не забываем. Mené, semé, да? А вы, Индира? Breton. Только breton в нос-то. Ну, мы еще не говорили про носовые, но может breton. Breton, venir, mené, semé, menace, pelouse. Пелуза. Окей. Кстати говоря, пелуза очень часто говорят как плюза, настолько, как пюти и пти. Это, скажем так, не норма, но пюти и пти можете говорить как хотите. То есть вот слово пти и пюти, так же как и пелуза и плюза, ну, входят сейчас оба варианта в употребление. Правильно, да, пюти и пелуза, но можно и так. Так, окей, Наталья. Готово. Breton, venir, mener, больше и в конце, mener, semer, menace, menace, pelouse. Pelouse, хорошо, Мария. Breton, 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 venir, mener, semer, menace, pelouse. Pelouse, хорошо, да-да-да. Владлена? Breton, venir, mener, semer, menace, pelouse. Pelouse, хорошо. Татьяна? Breton. Breton, venir, mener, semer, menace, pelouse. Pelouse, больше. Pelouse. Pelouse, хорошо. Елена спросила? Нет, еще. Давайте. Breton, venir, mener, semer, menace, pelouse. Pelouse. Хорошо, молодцы. Вот с этим «э» понятно. Самое главное — научиться его видеть в слове. Вот это самое-самое сложное. Но, да, здесь вот... вот. Только опыт, только стараться. Видите, я, кстати, вам скажу, что вот вы сейчас прочтете здесь, проведете 10 дней со мной, а через месяц все это забудьте. Поэтому вам придется это все постоянно перечитывать. Фонетика — это то, что, к сожалению... Вопрос можно, да. Анастасия? Вот как раз я просто мысли читаете. Я только сейчас говорю. Мы читаем, отчитка идет, звук вроде произносится правильно. Как только я начинаю разговаривать с кем-то из французов, или, может быть, я ленюсь произносить правильно. У меня уходит звук. Нет, смотрите, на самом деле... Я как по-русски начинаю, на русский интонацию разговаривать, на русские звуки. То есть, и сама замечаю, что вообще только что изучили вот «э», там «э», «э», и я ее теряю. Нет, смотрите, на самом деле, единственный способ это все побороть, это делать... Вот я, например, делаю со своими группами, да, которые у меня обычно, они мне делают пересказы. И когда вы делаете пересказы, оно, смотрите, сразу в речь оно не придет. Вот между моей фонетикой и вашей речью ей должен быть пум, да, вот этот мостик. Мостик — это то, что вы делаете самостоятельно дома. А самостоятельно дома вы, во-первых, сидите, читаете. Когда мы закончим с вами всю фонетику, берите любую книжку, понимаете, не понимаете, неважно. Сидите ее просто вслух читаете. Я реально сидела, очень долго читала вслух, когда сама училась. Это вы делаете для себя, вы себя записываете, вы сравниваете, если забыли какой-то звук. Вы, скажем так, вы смотрите на книжную страницу, как на математическую задачку. Не в смысле того, пытаетесь понять, что там что значит, а в смысле того, что как расшифровать каждое слово. И расшифровать не просто «я смогла его прочесть», а «я смогла его прочесть правильно». Следующий момент, который очень помогает, это куски текста или стихи учить наизусть. Мне помогали песни. Вот для меня песни были мостиком. Я вообще очень люблю петь, хоть и плохо пою, но, как бы, по крайней мере, мне это помогало именно вот ввести фонетику в речь, потому что от песни проще прийти. И, конечно, когда ты готовишь пересказы, да, то есть если вы еще на степени изучения французского, да, если вы работаете там с вашим преподавателем или в группе, делаете пересказы. Без пересказа правильно заговорить в принципе невозможно. Когда вы готовите пересказ, что такое пересказ? Это когда вы, во-первых, прочитали уже сделали первую часть упражнения,
Затем вы встали перед зеркалом и этот же кусок рассказали себе 2-3 раза минимум. И тогда, когда вы говорите себе, рядом еще никого нету, вы не волнуетесь, вы думаете только о своем произношении, оно у вас постепенно входит в привычку. Но это как спорт, да, то есть это чтобы мускулы появились, да, нужно время. Поэтому вот это, вы должны себе тоже отдавать отчет, что вот этот мостик, это уже вы, это ваш, это песня, это разговор, стихи, а в речь оно сразу не войдет без вот этого мостика. Просто потому что... Один момент. Ница! У меня собака ест просто свою корзинку, я очень извиняюсь, но жалко корзинку. Вот, поэтому... Спасибо. Да, вот к сожалению, чуда не будет, да, я вам хотела донести это на первом занятии, но чудо будет, когда вы включите голову. У меня сейчас был пример ученицы, которая взяла со мной с самого начала, с нулевого, вообще с нуля, она у меня была в группе. Вот вроде я объясняла абсолютно то же самое, их трое в группе, две поняли, все хорошо, начали говорить, а она как-то так отнеслась ко мне, ну, само придет. В итоге я не понимала половину того, что она говорит. Причем уже и вроде уже и дошли до уровня там B1 примерно. И в какой-то момент ее как-то глюкнуло вот так вот. И она начала говорить, да я поняла, что на самом деле все логично. Она юрист по образованию, ей надо было пройти через голову. И сейчас она начинает постепенно все это говорить, но только после того, как она, у нее теория совместилась с анализом и плюс вот те упражнения, что я даю на пересказ им постоянно. Вот только так. То есть оно сразу... Только если бы у вас был сейчас нулевой французский, вообще пришли бы со мной ко мне чисто. Но, к сожалению, у меня ни одного человека с нулевым нету. Вот нулевым было бы проще. А вам приходится переучиваться. Поэтому только самоконтроль. Так, ну давайте не терять время. Идем дальше к нашему звуку «э». А этот же звук нам дает сочетание «э-ю». Этот же звук – это сочетание «э-ю». Либо еще такая прикольная буква «о-э-ю». Прикольная буква, потому что ее нет в алфавите. Я как-то помню, на пятом курсе, к пятому курсу до меня наконец зашло, говорит, слушайте, а как буква-то называется? Подхожу к преподавательнице, она говорит, о, под ручку с «э». Я говорю, потрясающе. Преподаватель МГУ мне дает такой ответ. Но французы называют ее «э dans l'eau». Как бы «э в воде», да, такая игра слов получается. «Э dans l'eau». Ну, как бы «э в о», но получается «э в воде», да, «э dans l'eau». Вот, поэтому, ну, в общем, вот это вот «о-э». Историческая буква, которая, да, вот такая вот. «Ю» или «ОЮ» дает мне звук «Ю». Давайте сразу это отчитаем в следующем кусочке. «Bonheur», «Сэр», «Бэф», «Лабэр». Вот здесь, внимание, можно сказать «шевэ», можно сказать «швэ». По правилу, конечно, «шевэ». «Шевэ». И обратите внимание, вот она в конце стоит, лучше ее закрыть. Просто потому, что когда у вас... Слово заканчивает, хочется рот закрыть. Логично. Чисто из-за этого. Cheveux, peu, pleur, peur, cœur. Вот смотрите, даже если мы посмотрим разницу между словами peu и pleur, видите, они немножко... я рот больше открываю на pleur, peur, да, вот как мед, да, как вот лед, такой peur, pleur. А peu у меня маленькое слово, оно заканчивается на этот e. Чтобы оно у него закончилось, да, я и говорю peu. Такой. Просто больше закрываю рот. Но оно придет. Главное, четко говорить. Так, давайте. Аву. Так, Владлен, вы с нами? Да, можно. Давайте, на вас тогда вы начинаете. Bonheur. Bonheur. Cœur. Хорошо, cœur. Отлично. Кстати, вот cœur, да, смотрите, вот это вот dans l'eau. Вот в начале стоит как бы кусок от «о», поэтому читаем «кёр», а не «сёр», да? Потому что «сэй» перед «о» — это у нас «к». Хорошо, Мария. Bonheur, сёр, бэф, лабэр, шевэ, пэ, плёр, пэр, кёр. Угу, Индира. Bonheur, сёр, бэф, лабэр, шевэ, пэ, плёр, пэ, пэр. Да, Peur, cœur. Cœur. Хорошо. Я, кстати, в слове sœur не очень эр услышала, но я надеюсь, что она там была. Вот там sœur, bonheur, больше р, да? Окей, Елена. Bonheur, sœur, bœuf, labeur, cheveux, peu, pleur, peur, cœur. Вот все хорошо, но хочется еще чуть-чуть открыть рот, сказать bonheur, sœur. Bonheur. 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 Да-да-да, расслабьте немножко губы. Bonheur. Bonheur, да. Sœur. Да. Вот уже лучше, да? Даже знаю ваш знаменитый «Quelle heure est-il?» Вот он, «Heure», да? «Quelle heure est-il?» Какое время? «Heure».
Вот он, «эр». Угу. Хорошо, Наталья. Bonheur, sœur, bœuf, labeur, cheveux, peur, pleur, peur, cœur. Хочется немножко «п» в конце закрыть, раз оно маленькое такое, пусть оно будет «п». «П». Да, ага, хорошо. Татьяна. Bonheur, sœur. А, ушло на «о». Стоп. Bonheur. Bonheur. Bonheur, Bonheur. Слышите, говорите «о». Скажите «мёд». Скажите «мёд». «Мёд». Во, отлично, «мёд». Прекрасно. Вот это «мё» зафиксируйте. Теперь «бонэр». «Бонэр». «Со». «Нет». Нам ближе «о». Не совсем. Оно вот у вас «со». А мне нужен «сэр». «Со». «Со». «Сэр». Вот ближе к «э». Как «лёд». Скажите «лёд». «Со». «Лёд». Лед. Вот теперь от лед. Лед, сэр. Лед, сэр. Вот уже чуть ближе. Ага. Вот бёв хорошо, да? Бёв. Лебёр. Лабёр, только лабёр. Лебёр. Шевы. Шевы, вот шевы прошли. Шевы. Ага. Лёр. Кёр. Кёр. Хорошо, вот что-то просто первые три как-то не встали, а потом пошло снова «э». Послушайте себя, когда видео, да? Ага, сэр. Вот услышите, что говорите больше «о», вам будет проще. Хорошо, так, кого я не спросил, я спросил, да? Окей. Идем дальше, и последний кусочек, и вот это просто себе напишите такой восклицательный знак, что должно быть главное ваше правило за весь фонетический курс. Все маленькие слова, вот эти вот двусложные, двубуквенные, пардон, ну, за исключением «к». Вот эти «le», «te», «se», «me», «de», «que». Это все «э». Потому что, когда вы мне говорите «le», это «le». Это вот это вот «le». А когда вы говорите «le», это «le». И когда вы мне говорите, например, «у него много книжек», и вы мне говорите «la beaucoup de livres», это неправильно, потому что вы хотите сказать «de livres», а говорите «de livres», а «de livres» — это грамматическая ошибка. Да, потому что букву «д» и там нет артикля, если помните, такое правило есть. Вот. Но я к тому, что внимание просто ключевое на них. «Le», «me», «te» только так. Никаких «le», «me», «te». Я просто борюсь со всеми. Но это самое сложное. Просто, к сожалению, у многих оно встает только там на серии на второй год изучения. Хотя целый год трендишь, просто человек не обращает внимания. Поэтому вы обращаете теперь внимание. Итого, «э» — это «э» в закрытом слоге, «э-ю». «Э» dans l'eau или «ю», «le», «de», «que» — вот эти все маленькие слова. И читаем с вами сразу. Я сразу прочту эти три абзаца, три строчки, три столбика вместе, и потом попрошу каждую из вас. «Эф», «лэр», «эр» читается на конце. Сейчас, внимание, я уже предвижу некоторых, кто будет не читать мне «эр». «Лэр», «шве» или «шеве», как хотите. «Эр», «религье», смотрите, «э» в конце, да? «Религье», «де», «tenir», «menace», «fleur». «Menace» нашли открытый слог, да? Вот он, «menace», «fleur», «levure». Дальше смотрите, какое третье интересное слово. Пардон, четвертое. «Relever». Первое «re», второе ушло. В конце «e». «Relever». Понятно, да, правило? Окей. «Producteur». Jeune, œil, про œil объясню, почему там «е» в конце, это как раз следующий весь урок. Cieux, meurt, regard, regard, да, regard, bonheur, amateur, veuve, и не дай бог вам здесь оглушить «в», veuve, иначе сделайте вдовца из вдовы, majeur. Окей, и сейчас будет самое интересное, это когда все подряд пойдут. Ну, давайте. Индира, начинайте. Œuf, leur, cheveux, heure, religieux. Religieux. De... Больше «э» в конце закрыть. Religieux. Religieux. De, tenir, menace, fleur, levure, relevé, producteur, jeune, œil, cieux, meur, regard. Bonheur, amateur. Bonheur, мне хочется открыть еще «эр». Bonheur. Bonheur. Bonheur.
Amateur, veuve, majeur. Majeur, хорошо, молодец, Елена. Œuf, l'heure, cheveux, heure, religieux. Ага, стоп, это тоже ушло на О. Р, больше Р. Religieux. Religieux. De, tenir, menace, fleur, levure, relever. Relever, français et забыли, да? Relever. Relever. Producteur, jeune, œil, cieux, meurt, regard, bonheur, amateur, veuve, majeur. Хорошо, хорошо, здорово. Татьяна. Œuf, l'or, cheveux, heure, religion, don. De, 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 ушло de, в до, потому что до это de, спина, это de, да, de. De, de, tenir, menace, fleur, levure, relever. Relever, еще больше relever. Relever. Producteur, jeune, œil. Œil, œil, там я. Œil. Œil. Cieux. Cieux. Mort. Regard. Regard, мягкая гя. Помните про мягкая гя? Regard. Regard. Мягче гя. Regard, гя. Regard, bonheur, amateur. Amateur, tu veux ajouter, amateur. Amateur, veuve, majeur. Majeur, хорошо. Пересмотрите себя вот на этом куске, да, послушайте, потому что немножко отличается от того, что я говорю. Но иногда себя нужно слышать, иначе так у нас не у всех есть привычка себя слышать. Окей, Наталья. F, leur, cheveux. Heure, religion, de, tenir, menace, fleur, levure, levure, merci, vu, levure, relever, 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 producteur, jeune, oeil, cieux, mur, regard, regard. Regard, bonheur, amateur, veuve, majeur. Хорошо. А Мария? Œuf, leur... Œuf, это уже F. А он œuf, œuf. Œuf, leur, cheveux, heure, religieux, de, tenir, menace, fleur, levure, levure, relever, producteur. Producteur, merci du producteur. Producteur, jeune, œil, cieux, meur, regard, bonheur, amateur, veuve, majeur. Хорошо, Владлена. Leur, cheveux. Peur, religieux, de, tenir, menace, fleur, levure, levure, relever, producteur, jaune, oeil, œil, cieux, meur, regard, bonheur, amateur, veuve. Мажор. И, наконец, мы смотрим все вместе. Вот это самое сложное. Значит, как мы сейчас будем работать? Потому что я понимаю, что это немножко долго, что первое, что вот этот и тот урок были немножко долгие. Но мне хочется, чтобы с этим вы разобрались. Значит, что мы сейчас делаем? Я вас попрошу индивидуально. Я хочу не читать это за вас, как я делала до этого, да? А чтобы вы сейчас вот чисто логически разобрали мне каждое слово. Я вас буду тоже спрашивать по очереди, а потом уже мы все читаем все эти столбики. Я...
вам советую, тренируйтесь. В смысле, тренируйтесь одновременно с тем, кто читает. Выключите просто свой микрофон, да, незаметно. И пытайтесь тоже за ним произнести это слово так, как вы бы его произнесли. Вам это поможет сразу тренироваться. Значит, что я сейчас хочу? Я вас буду, давайте по... сколько у нас? Шестеро. Ну, давайте по четыре... давайте по пять слов каждый мне берет. И рассказывает подробно, какой звук и почему. Вот как я вам делала, да? Ну, я вам начну с первого слова. Итак, defet, первое D, потому что закрытое E, потому что акцент aigu. Fet, потому что открытое E, это сочетание AI. Ну и помним про E в конце слова. Вот мне такой разбор сейчас индивидуально от каждого по каждому слову, окей? Итак, поехали. Индира, начинаем с вас. Эмми. Первое... А у вас сейчас одинаково прозвучало. Оба. А они два разных звука. Эмми. Да, эмми. Угу. Эмми. Первое, потому что АИ, второе, потому что ЭР. Угу. Хорошо. Так, сейчас, секунду, соображу. Элев. Угу. Э, потому что акцент гю. Второе, потому что это акцент граф. Да, только говорите, кто второй, а то нет. Значит, и закрытый, второе... потому что экью, а э открытый, потому что... А, да-да-да, извините. Э, потому что акцент граф... закрытый надо говорить? Нет, акцент граф. Нет, это звук-то открытый. Да, акцент граф, кстати, граф, да, на фото. Граф. Граф. Окей, дальше. Дегре. Так, смотрите, как делим на слоги. Здесь очень интересно делим на слоги. Мы делим degré. А, degré. Угу. Degré. Ну и, значит, потому что... Так, потому что закрытый слог. Открытый, зэ, наоборот. De, de, открытый слог, на гласном заканчивается. Ой, ага, потому что открытый слог de, а второе, потому что... Вернее, второе e, потому что акцент тегю. Угу. Эльве. Да, отлично. Эльве, значит, первое, потому что э, потому что акцент эгю. Второе съедается, потому что с двух сторон у нас согласные. И э, последнее, потому что это эр. Угу, замечательно. Менасе. Значит, первое, потому что открытый слог, поэтому у нас «э», потом идет «эр», «менасе», «э». Хорошо, отлично, молодец. Вот и так и делаем дальше. Татьяна, давайте вы следующий до конца столбика. Стоп, еще раз, делим на слоги. Стоп. Он «р», «р», он «р», «сет». Мы же делим на слоги, получаем «р», открытый слог, да. Правильно? А, окей. «Р», «р», «сет». «Т», «т» читаем. «Р», «сет». «Р», «сет». Да. У нас получается первый открытый слог, поэтому открытое «е». Правильно. «О», «е» получается. Ну, «э», да, звук «э», да. «Э», «э». И в конце у нас сочетание ER. ER. Нет, это мы с вами... Мы о том слове говорим. Росет. А, я пропустила, наверное. Я... А, я смотрю, думаю, странно, что я сказала, кажется, сколько странно. Да, Росет, все правильно. Вы мне Росет. Сейчас до Росет дойдем. До Росет вы правильно начали читать. Ага, он Росет. Росет. И, соответственно, Сет, почему он Э? Потому что у нас... Закрытый слог. Закрытый слог, правильно. Открытый слог и закрытый. Росет. Хорошо, вот давайте «ресте» теперь уже. «Ресте». У нас получается... Ну, тут закрытый слог получается «рес». «Рес», да? Закрытый, правильно. Закрытый слог и сочетание «ер». Да, «ресте». «Этикет». 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 У нас получается первый акцент граф, да, правильно? Акцент эгю, акцент эгю. И, да, это. Она закрывает, да, буковку, буковки хорошо, она укрывается, улыбается. И последнее, следующее ее у нас с закрытым слоге. Этикет, да, правильно? Этикет.
МНР. А вот здесь гадство полное с этим словом. По той причине, что вспомните слово «женщина». «Фам». Что я вам говорила про слово «фам»? Да, «фам». Значит, это «амне». 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 Еще больше «и» на улыбке. «Амне». Значит, давайте разбираться, почему «амне». У нас получается первое перед удвоенным «м». «М», да, как слово «фам». Редкое правило, но вот... И получается у нас звук «а». А дальше открытый слог. А дальше вообще стоп. Проглатывается. Нет. Смотрите, две «м» считается как одна буква. И между двумя согласными, а потом гласными. Да, молодец. И последнее как сочетание «эр». «Эр», да, «эр». Ага. Хорошо. «Амне» получаем. Так, и последнее слово. Левая. Леви. Леви. Левая. У нас открытый слог и окончание «эр». «Эр», хорошо, «леви». Так, отлично. Владлена, вы. «Апней». «Эр» мы пропускаем, потому что «п» и «п» как одна. На конце «а». «Эр», да, «эр». «Эр» считается как «эр». Да. «Иль апель». Закрытый слог. Да. Делисио. Первый акцент «граф». Акцент «эгю» только. Акцент «эгю». «Де». 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 Акцент «граф» был бы «де». А мне нужен «де». И сочетание «эю». Да, сочетание «эю». «Делисио». Да. «Девенир». «До» открытый слог и «венир». «Вы» тоже открытый слог. На самом деле здесь можно, конечно, говорить «devenir», но вообще-то говорят «devenir». Оно попадает. Вы знаете глагол «venir»? Вот это всегда сложно, потому что «venir» там ничего не выпадает. «Venir» — открытый слог. А «devenir» он становится вот таким, на проходе, да, становится? «Devenir». «Г» тоже выпадает. «Билет». «Б», только «билет». «Билет», «б», потому что открытый слог, и там тоже «Билет» mm-hmm. открытый и закрытый, да? Открытый «б», закрытый «лет». Окей, хорошо, хорошо, здорово. Так, Елена, ну давайте до конца слова выкинем. Я? Да-да-да. Я не слышала. «Апезе». Да. Сочетание «а» и дает «э», а звук. Второе «э» – это как «э». Акцент «эгю». Угу. Так. «Жене». «Жене». «Жене», да, первое «жене». «Э». Первое «э» дает «э», угу. Потому что акцент «сиркомплекс». Второе окончание «ер» дает «э». Угу. Звук. Хорошо. Я даже не знаю, как это. Шанделер. Первое «э» как, наверное, закрытый слог. «Де»? Нет, «шанде». «Шанделер». Шанделер. Первое «э» в закрытом слоге, открытым, да? Или в открытом? Да. А, в открытом. Шанде. А второе сочетание «ю» дает звук «э». Угу. Я сейчас прочитаю еще раз это слово. Я так и не поняла. Шанделер. Шанделер, да. Два звука «э», да? Шанделер. Да, да, да. На самом деле в речи этот праздник, это Сретение, очень часто говорят и «шандлёх», вот этот «д» проглатывают, хотя по правилу как бы и не должны. Но в жизни можете услышать и «шандлёх», и «шандлёх». Не пугайтесь, что можете. Здесь скорее проблема в том, что носовой звук – это и не гласный, и не согласный, а у вас, поскольку он идет до «д»,
до «д» вот этого, да, как раз, он может восприниматься как гласный, поэтому «шандлер» не звучит некрасиво. Mm-hmm. Так, давайте дальше. «Грелете». Mm-hmm. Первый – это открытый слог. Открытый слог. «Грэ», «э», дает. Второе окончание «эр» дает «э». И «вертю». «Вертю», да, «вертю». «Вер», чётче «вер». «Вертю». Закрытый слог дает «ве», и слово, сочетание «ю» дает нам «э». Угу. Да, ну да, и давайте уж последнее доделать. «Пэр». Сочетание «ю» дает... А, ну, два сочетания «ю». Да, только смотрите, в идеале, конечно, первое сказать «пэр». Вот эту «э» в конце чуть-чуть закрыть. «Пэр». 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 Хорошо. Так, дальше Наталья. «Пхэсэд». «Пхэ» – это «э», «э» – улыбаемся. «Сэд», «сэд», «сэ» – это ударение против письма, это «э». «Пхэ сэд», окей. «Лё сон», «лё э» – открытый слог. «Лэ жэр», «э» – улыбаемся, и «жэ» – это против письма «э». Да, «лежер», да, «аксон грав», хорошо. Лет. А, это закрытый, да? Закрытый, но помним, значит, про эту «э» в конце обязательно. Лет, иначе получится «летр». Лет. Лет. Это «э», это улыбаемся, да? Нет, это «э», это закрытый слог, это «летр». Лет. А, да, «летр». Так, и «марен». А, И, Э. Да. А, И дает Э. А, И дает Э. Хорошо. Мария, вам достается самая интересная часть. Жель. Жель читается как Э, потому что аксан против шерсти. Да, аксан грав. Хорошо. Аксан грав. Я смотрю, вам понравились мои, знаете. Да, я до сих пор не могу. Мне тоже, я просто не могу. Какой грав, какой... Против шерсти, по шерсти, ударение, обратно ударение. Против шерсти мне очень понравилось, я только так и помню. Если у вас есть, среди вас есть математики, у меня был мальчик в физике, который называл это восходящая функция, убывающая функция. Мне тоже очень было близко, но у меня, да, тут у каждого свое. Вот. Против шерсти проще, конечно. Желе. Желе, да. Первое «ж», потому что открытый слог, и последнее «э», аксан противоположный, по шерсти. По шерсти, хорошо, «желе», мы улыбаемся. Это, кстати говоря, вот эти два слова, смотрите, корень-то один и тот же. «Желе» — это «ильжель», ну, как это, заморозки, да, в смысле, вот идет «желе», вот. А «желе» — кто-то уже замерзший. То есть как от одной палки, да еще и в другую сторону, меняется смысл. Корень один, а вот как палки дают нам разный смысл слова. Так, идем дальше. Мария, давайте. Préfère. Ага. Ну, здесь то же самое. Первое это с... Как правильно акцент называется? Акцент aigu. И второе противоположный акцент grave. Préfère. Здесь все три гласные читаются как «э». Ага. Первая «аксан», а последняя буква сочетания «эр». Ага, «эр», да. «Эр». Так, здесь будет, наверное, «премьер». «Премьер», «эр» не читаем, «эр» это «э». «Премьер», «премьер», первое «э», потому что это открытый слог. Угу. Последнее сочетание «э». «Эр». А во втором у вас, да, «эр», значит, «премьер». «Эр», а последнее «премьер». Да. «Премьер». Да, потому что палка. Угу. Ой, я уже расстала. Да. Последнее. «Дернье». А, он делим его на «дернье».
А дерние, дерние, а, ну, де, так, первое у нас, это как будет звук правильно читаться? Дех, открытый, закрытый слог. Закрытый слог. Угу. Ну и последнее тоже. Э, ар, эр. И последнее дерние, дерние. Дерньер. Дерньер. Ага, вот эти три столбика вы мне каждый начитываете. Плюс вы читаете мне замечательную штуку про «le verre, verre, le verre, le verre, 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 le verre, verre». Да, который переводится как «зеленые червяки подняли зеленый стакан за зеленый стих». Вот, это к слову о красивом французском языке. Еще раз прочтите, пожалуйста, помедленнее только. Le verre vert, le verre, le verre vert, vert le verre vert. Это да, тоже, ну, домашний, да? Да, это вам читать как раз после него. И у вас там замечательный текст. Еще один, конечно, да, еще одно моего сочинения. Но как раз со всякими «в», «и», «ы», «и», «э». Вот про это все в следующий раз мне рассказывайте. Все, потом будет уже легко. Дальше будет еще геморрой, конечно, с носовыми звуками, но самое сложное мы с вами сделаем. Ура! Про «и» уже все достаточно легко. Все, тогда до завтра. Мерси. Мерси. Салют, салют. Au revoir.